привет! Ребят, мы уже второй раз заказываем пленку для стола. А сайт называется вот так, уже проверенный. И мне кажется, они в принципе не нуждаются в рекламе. Но если вы не знали, что есть такая пленка, еще называется гибкое стекло на стол, то обратите внимание, это ну, реально классная вещь. И мне кажется, она недорого стоит. Сейчас Сережа откроем, принесешь, ну без ножа, правда, скрывать, и застелим на меланный стол. Аккуратно. Опа. Вторую это мы для друзей заказали, они купили точно такой же стол, как и у Миланы. В пленке идет инструкция, как ее использовать. В общем, все внимательно, пожалуйста, читайте, и у вас никогда не будет никаких проблем. Потому что кто-то у нас заказывал, и, конечно, они там края неправильно обрезали, когда, знаете, закругленные края идут. Итак, почему мы решили пленку для стола заказать, потому что это все-таки ребенок, и она и пластилином может испачкать, и фломастерами разрисовать. Как видите, стол светлый, и, конечно же, на нем будет все видно. Это постоянно протирать, нервничать. Конечно же, гибкое стекло тоже нужно будет протирать, но это будет сделать намного проще, потому что это крашеная поверхность, и сами понимаете, если ее постоянно тереть, то, конечно же, она испортится. Ну и плюс, да, эффект такого стекла сверху создается. Можно также дополнительно можно ребенку какие-то схемы под это стекло положить, да, чтобы там было попроще. Короче, давай, Серег, протираем. Покажи. Положили мы пленку на стол. Я заказывала пленку размером 142 на 50, и, как видите, она чуть больше. В инструкции написано то, что в течение 2 месяцев пленка немного происходит утяжка, и уже где-то примерно через 2 месяца нужно будет эту пленку подрезать, но, скорее всего, этого делать не нужно будет. По крайней мере, с круглым столом мы не делали так. Тоже круглый стол пришел чуть больше, и потом он сел как раз по размеру. Так что не расстраивайтесь, ничего страшного, не нужно сразу ничего обрезать, потом будет все хорошо. Вот здесь пока, как видите, специальная, да, вот такая дырка для разных проводов, чтобы сюда компьютер ставить. Но мы пока вот так закроем, она нам пока не нужна.